На первом Карагандинском новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Как сдерживают цены в Карагандинской области? В Караганде проходит оперативно-профилактическое мероприятие под кодовым названием «Автобус». Об этом вы узнаете из сюжета Сергея Высокосова. Пожар в здании строительной фирмы. Несмотря на то, что премьер-министр Серик Ахметов поручил акимам на местах следить за ценовой политикой в регионах из-за проведенной девальвации тенге, в некоторых крупных магазинах Караганды в связи с новым курсом тенге сразу стали менять ценники. Одномоментная девальвация, которая произошла 11 февраля, застала людей врасплох. Одни магазины Караганды закрылись для того, чтобы переписать ценники в сторону увеличения, а другие не закрывались, но стоимость товаров в них все равно возрастает. Магазин бытовой техники «Сулпак» 11 февраля сразу закрылся. А вот «Технодом», что находится на нулевом этаже торгового дома «Ситимолл», работал в обычном режиме. Супермаркеты Караганды также работают. Рост цен – это одно из негативных последствий девальвации. Он касается в первую очередь импортных товаров и сырья. 11 февраля под председательством главы региона Бауыржана Абдишева были проведены два заседания областного штаба по сдерживанию инфляционных процессов. Акимам городов и районов, руководителям госорганов были даны поручения по организации мониторинга цен и проведению информационной работы с руководством супермаркетов, магазинов, рынков, сетью автозаправочных станций, аптек, пунктов обмена валюты и банков второго уровня по недопущению необоснованного роста цен на товары, спекуляций, выполнения ранее заключенных меморандумов о торговой надбавке. Проведена вчера была встреча со всеми крупными оптовыми поставщиками, этих продуктов. Ну, когда мы говорим о непроизводимых на территории, мы имеем в виду сахар, масло растительное, крупы, соль, чай и другие продукты. Значит, со вчерашнего дня мы мониторим полностью эту картину. На сегодняшний день ситуация стабильна. Проведенный анализ показал, что в целом ситуация в регионе с ценообразованием на товары первой необходимости, горюче-смазочных материалов, лекарств стабильна. По предварительным прогнозам резкого скачка цен не предполагается, за исключением ввозимых товаров народного потребления. Это бытовые приборы, электроника, парфюмерия и тому подобные товары. На сегодняшний день повышение цен на сельхозпродукцию мы не имеем. Как бы на стабилизационный фонд, созданный в городе, в Карагандинской области, сегодня имеет хорошие остатки овощной продукции, это картофель, капуста, морковь. Со стабилизационного фонда на сегодняшний день социальные павильоны города Караганды, до 23 павильона, города, районы, все акимы отрабатывают, получают продукты сельхознаименования. Доклад о ценовой ситуации предоставляется акиму области трижды в день. На сайте областного акимата открыт прием сообщений от населения о необоснованном повышении цен на товары и услуги. Лекарственные средства отечественные, которые на сегодняшний день не имеют основания для повышения цен на эти лекарственные средства, они в первую очередь должны быть сейчас в аптеках и быть доступны для, в том числе, уязвимых слоев населения. Помимо областного штаба по сдерживанию инфляционных процессов, действует 5 рабочих групп под председательством заместителей акима области, которые осуществляют всесторонний контроль над ценообразованием по следующим направлениям: продовольственные товары, горюче-смазочные материалы, тарифы в сфере транспорта, связи, коммунальных услуг, платные услуги в сфере образования, культуры, медикаменты и платные услуги в сфере здравоохранения и спорта, иные непродовольственные товары и платные услуги. Сегодня между акиматом Карагандинской области и региональной палатой предпринимателей был подписан меморандум о сотрудничестве. Также на встрече обсуждали новое послание главы государства. Руководители областных управлений, контрольно-надзорных органов, институтов развития, промышленных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса обсуждали основные положения программного документа. Особый акцент был сделан на предпринимательскую деятельность в регионе. Глава области отметил, что удельный вес продукции субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте региона из года в год увеличивается. Во многом достижения, конечно, указаны. Сохранено более 36 тысяч.
тысяч рабочих мест и создано дополнительно 9 тысяч. В меморандум, который подписали в завершении мероприятия, включен комплекс мер, направленных на решение задач, поставленных главой государства в новом послании и в стратегии «Казахстан-2050». Глава Карагандинской области также отметил, что подписание данного документа позволит создать необходимые условия для продолжения успешного развития предпринимательского сектора. Руководители городов и районов области продолжают встречаться со своими жителями. Перед населением Пришахтинска о результатах работы за 2013 год отчитался аким Караганды Мирам Смагулов. Как сообщил городоначальник, в прошедшем году удалось сохранить экономический рост нашего города. Численность населения выросла на 5 тысяч человек, а среднемесячная зарплата увеличилась почти до 100 тысяч тенге. Объем промышленной продукции области, произведенной предприятиями, составил около 300 миллиардов тенге. Благодаря различным инструментам государственной поддержки открываются большие возможности для реализации инвестиционных проектов. В карту индустриализации вошло 31 проект по городу Караганде на сумму 103 миллиарда тенге, создание 2142 рабочих мест. В рамках индустриализации в 2013 году реализовано 4 проекта. Это ЖАК Караганда, 42 рабочих места. Кстати, ЖАК Караганда находится как раз таки на территории бывшего Кировского района, то есть Пришахтинска. В 2013 году профессиональное обучение получили 770 человек, созданы социальные рабочие места для инвалидов и организована молодежная практика более 600 выпускников вузов. Это те меры, которые предусмотрены в программе «Дорожная карта занятости 2020». Кроме того, для заселения участников программы завершено строительство 153-квартирного жилого дома по улице Ермекова, 9. То есть эта программа позволяет человеку безработному получить образование, получить жилье и трудоустроиться. Еще одной важной оценкой по улучшению уровня жизни горожан является показатели здравоохранения. В Караганде отмечается снижение младенческой смертности, заболеваемости туберкулезом и от ВИЧ-инфекции. Такие положительные показатели связаны с комплексными мерами по реализации программы «Саламаты Казахстан». Это увеличение доли населения, которые занимаются спортом. Аким города также ответил на злободневные вопросы горожан. Николай Кравец, Карат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Накануне аким области Бауыржан Абдишев провел очередное заседание по реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. На заседании были рассмотрены проекты, которые реализуются по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» и заявление на субсидирование кредита. В ходе рассмотрения данных вопросов было выявлено, что проект производства стальных канатов товарищества с ограниченной ответственностью «КазМетиз» запущен. Специалисты докладывали главе области о том, что получены сертификаты соответствия продукции опытных партий стальных канатов. Стоимость этого проекта составляет более 900 миллионов тенге. 5 тысяч тонн продукции будет выпускаться в год. Также были рассмотрены такие проекты, как производство трикотажных перчаток и создание гостиничного комплекса. Членам вчерашнего заседания были еще представлены проекты, реализуемые по программе развития моногородов, в том числе по приобретению оборудования для производства строительных материалов, строительству помещения кондитерского цеха и другие. Одним из плюсов заседания было то, что аким области рассмотрел заявки многих предприятий, претендующих на поддержку по программе BIS – Европейского банка реконструкции и развития. По итогам мероприятия глава области поручил управлению предпринимательства направить список одобренных проектов в фонд «Даму» и банки второго уровня для заключения договоров субсидирования. В Караганде в преддверии дня вывода советских войск из Афганистана глава области встретился с ветеранами-афганцами. Подробнее в следующем материале. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, а закончился 15 февраля следующего года. В этом году как раз отмечается 25-летие этой знаменательной даты. Аким области Бауыржан Абдишев лично поздравил ветеранов афганской войны. На встрече было затронуто то, что ни в коем случае нельзя забывать о том неспокойном времени. Бывшие, но все еще настоящие в душе солдаты пришли в увешанных орденами пиджаках, дабы показать, что не зря они рисковали собой тогда, в далеких 80-х годах в Афгане. Это вот у меня орден Красной Звезды. Его я получил за те боевые действия или за мои действия в боях с бандформированиями на территории Республики Афганистан. А вот это орден генерала Рахимова, он учрежден общественным советом наших ветеранских организаций Республики Казахстан. Генерал Рахимов был единственный генерал-казах во время Великой Отечественной войны,
а также он герой Советского Союза. Кстати, в прошлом году, как раз ко дню вывода советских войск из Афганистана, Амангельды Жантасов опубликовал книгу «Отряд Кара-майора». Книга повествует о формировании и боевых буднях 177-го отдельного отряда специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба СССР. На ее презентацию приехали около 800 ветеранов-афганцев. Их подвиг навсегда вписан в историю страны. Амина Смакова, Олжас Габасов, Бахтияр Оспанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Послание президента страны «Казахстанский путь-2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее» стало главной темой для широкого обсуждения общества. Еще одна встреча состоялась в здании партии «Нур Отан» с делегацией Министерства обороны Республики Казахстан. Перед тем, как обсудить задачи, поставленные в послании гостям, была продемонстрирована боевая готовность, спецодежда, костюмы безопасности и оружие. Благодаря мудрой политике верховного главнокомандующего Нурсултана Назарбаева, из года в год мы достигаем больших высот в области обороны. Об этом и многом другом говорили участники собрания, обсуждая новое послание лидера нации. В своем выступлении перед собравшимися заместитель акима Карагандинской области Бисенбай Жумабеков отметил, что Министерство обороны Республики Казахстан возлагает огромные надежды на молодых людей, которые выбрали непростую профессию – служить Родине и быть настоящими патриотами своей страны. Патриотизм и любовь начинаются именно с колыбели, с рождения этого ребенка. Поэтому мы сегодня должны никак никогда, чтобы выполнить ту миссию, которую сегодня ставит глава государства, должны быть сплочены, должны работать над этой идеей. Это идея Мангалькель. Это непростые слова. За этими словами лежит все то, что мы сегодня хотим и будем делать для развития нашего государства. Патриотизм и любовь к родине молодых людей сделают нашу страну безопасным и крепким государством. Именно об этом в своем послании говорил президент нашей страны Нурсултан Назарбаев. Народные избранники начали серию проверок городского общественного транспорта. Для этого специально создали мобильные группы. Первые результаты обсудили на совместном заседании постоянных комиссий Маслихата. Как все было, расскажет Николай Кравец. Первым делом пункты последнего послания. Сейчас мажилисмены и сенаторы повсеместно разъясняют стратегически важный программный документ. На совместное заседание постоянных комиссий городского маслихата с этой целью приехал сенатор Юрий Кубайчук. Собрание началось с его выступления. Послание намечается в два этапа. До 30-го года это один этап, и после 30-го до 50-го года это второй этап. В послании отражены основные задачи, которые необходимо, значит, и реформы, которые необходимо, значит, решить правительству. Народные избранники продолжают следить за работой городского общественного транспорта. Для этого создали мобильные группы и проехались по автобусам и маршруткам. Они смотрели, есть ли у водителей и кондукторов специальная форма, объявляются ли остановки на двух языках и выдают ли билеты. Особое внимание было уделено фактам курения и разговоров по мобильному телефону водителям во время вождения, а также культуре поведения участников перевозок. Специальной формы не обеспечены 100% водителей и кондукторов, то есть специальной формы нет. В 38 автобусов автопарка номер 3, 45 автобусов автопарка номер 5, 100% автобусов автопарка номер 2, Арман, Манас и Пейсенбекова не объявляются остановки. К депутатам на горячую линию часто обращаются карагандинцы. К примеру, есть жалобы на то, что в автобусах очень холодно. Народные избранники подсказали, как можно решить эту проблему. Сейчас, если деньги есть, значит, можно сделать. Если нет денег, тогда можно признать эти автобусы несостоятельные и их списать или убрать вообще с маршрута. Ну, поймите правильно. Ну, человек, если мерзнет, извините за уважение, вот в нашем морозе вот есть мои люди, значит, там стоять невозможно в автобусе. Другой вопрос, который обсудили депутаты городского маслихата – правила оказания социальной помощи нуждающимся гражданам Караганды. Потому как по ним еще не все решено окончательно, и правила находятся на стадии согласования. Чиновники предлагали варианты выплат. И здесь мы предлагали, значит, ко дню вывода войск с Афганистана, значит, у нас порядка 1000 воинов-афганцев по 5000 тенге, значит, участникам катастрофы на Чернобыльской АЭС, это 300 у нас человек по 5000 тенге, и ко Дню Победы участникам инвалидов ВОВ в связи с 80-летием города 80 тысяч тенге, приравненным к участникам инвалидов ВОВ по 5 тысяч тенге и труженикам тыла. Николай Кравец, Карат Рашитов, Бахтияр Оспанов, Первый Карагандинский.
Караганде и области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Только за один день были привлечены к административной ответственности 38 водителей автобусов и такси. Повышение качества обслуживания пассажиров на общественном транспорте начинается с соблюдения правил дорожного движения. В городском Маслихате не успели стихнуть дебаты о работе пассажироперевозчиков, а сотрудники административной полиции уже вышли на дороги города. Конечная остановка автобусных маршрутов на улице Гапиева. Сотрудники дорожной полиции при проверке салона обнаружили незаконное переоборудование. Номера снимаются и вернутся только тогда, когда салон обретет первозданный вид. Но это не самое главное в работе административной полиции. В городе Караганде за январь месяц 2014 года было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием пассажироперевозчиков, водителей, которые занимаются регулярными пассажирскими перевозками. Из них два человека получили телесные повреждения. Водители автобусов и такси только за один день профилактической работы полицейских 6 раз превысили скорость. Были обнаружены огрехи в техническом состоянии машин у 4 водителей, ну и прочие нарушения правил дорожного движения. На территории города Караганды проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Цель нашей данной профилактики, данного мероприятия заключается в снижении уровня аварийности с участием пассажироперевозчиков, поднять их дисциплину на дорогах, ну также посмотреть их техническое состояние автобусов. Результаты первого дня показали, что 38 водителей были привлечены к административной ответственности. Весь личный состав административной полиции переведен на усиленный вариант несения службы. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Вчера по улице Гудермесская, 49, загорелось здание строительной фирмы. Пострадавших нет. На ликвидации пожара были брошены все силы сотрудников спасательной службы. Амина Смакова продолжит. Пожар произошел в половине четвертого дня. До прибытия пожарных сотрудники строительной фирмы пытались самостоятельно потушить возгорание. Пламя распространялось по всем этажам здания, при этом уничтожая деревянные перекрытия. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пожар ликвидировали 50 сотрудников ЧС, 18 единиц техники, 13 из которых составили автоцистерны для подвоза воды. Пожар был ликвидирован 18.01. Общая площадь на момент ликвидации составила 240 квадратных метров. Жертв пострадавших нет. Сейчас причина пожара уточняется. Точных причин пожара пока нет, но есть маленькие предположения. Руководство строительной фирмы никаких документов соответствия не имеет. Вдобавок, как говорят сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, к ним за помощью об организации пожарной безопасности фирма не обращалась. Никаких разрешительных документов ни у нас, нами не выдавалось. К нам владелец этого здания не обращался. Сейчас честниками выясняются причины возникновения пожара, а сотрудниками фирмы причиненный ущерб. Амина Смакова, Карат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Караганин. 80-летие города Караганды вызывает повышенный интерес к истории шахтерской столицы. А ведь Караганда называется и космической гаванью. 59 лет назад, 12 февраля 1955 года, ЦК КПСС и Совет министров СССР совместным постановлением утвердили создание научно-исследовательского испытательного полигона номер 5 Министерства обороны, предназначенного для испытаний ракетной техники. Это стало началом создания космодрома Байконур.
Рассматривалось несколько вариантов возможной дислокации полигона. Марийская автономная республика Дагестан, западное побережье Каспийского моря, Астраханская область вблизи города Харабали и Кызыл-Ородинская область. Имелся еще один важный фактор. Первые модификации ракеты Р-7 были оснащены системой радиоуправления. Для ее функционирования необходимо было иметь 3 наземных пункта подачи радиокоманд. 2 симметричных по обе стороны от места старта на расстоянии 150-250 километров, третий отстоящий от старта на трассе полета на 300-500 километров. Этот фактор в конечном счете и стал решающим. Была выбрана Кызыл-Ординская область, поскольку в марийском варианте пункты радиоуправления оказались бы в непроходимых лесах и болотах, в дагестанском – в труднодоступной горной местности, в астраханском – один из пунктов пришлось бы размещать на акватории Каспийского моря. Таким образом, для полигона была выбрана пустыня в Казахстане к востоку от Аральского моря, вблизи одной из крупнейших рек Средней Азии Сырдарьи и железной дороги Москва-Ташкент. Также преимуществами места полигона для запусков послужили более 300 солнечных дней в году и относительная близость к экватору. А 15 мая 1957 года уже был произведен запуск первой ракеты Р-7 с космодрома. 4 октября этого же 1957 года началась космическая эра. Был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли ПС-1 с помощью ракетоносителя Р-7. Дальше больше. 60-й год. За успешное испытание ракеты Р-7 и в связи с 5-летием указом Президиума Верховного Совета СССР полигон награжден орденом Красной Звезды. 65-й год. Еще одна награда – орден Ленина. 1961 год. Мировое историческое событие. Первый полет человека в космос. Юрий Гагарин стал первопроходцем эпохи проникновения человека в космическое пространство. Все, что связано с ракетостроением, с космосом, начиналось и апробировалось на космодроме Байконур. Базовая орбитальная станция «Мир». Старт ракетоносителя «Энергия» с орбитальным кораблем «Буран». Июль 1993 года создано управление Национального аэрокосмического агентства Казахстана на Байконуре. 20 декабря 1995 года указом президента Республики Казахстан город Ленинск переименован в город Байконур. И страницы истории космодрома Байконур еще далеко не заполнены. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Alugal. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам по телефону 420649. Аман сау болыңыздар.